Добрый день, это «Енисей. Новости». В студии Ксения Митрофанова. Мы работаем в прямом эфире. Итак, в России стартовал единый день голосования. 9 сентября в регионах страны состоится около 5000 выборов разного уровня. Жители Красноярского края сегодня выбирают губернатора. На этот пост претендуют три кандидата. Егор Бондаренко, Александр Лымпио и Александр Ус. Также в регионе проходят дополнительные выборы в законодательное собрание. А красноярцам еще предстоит определить и новый состав городского совета депутатов. Двери избирательных участков сегодня открыты с 8 утра и до 8 часов вечера. Красноярские горожане идут голосовать с самого утра. Некоторые пришли на избирательные пункты еще до их открытия. Кто-то спешил на работу, а кто-то просто хотел пораньше исполнить свой гражданский долг. Всего в столице края открылись 395 участков, включая временные. На многих по традиции организовали торговлю свежей выпечкой. А всем тем, кто пришел голосовать впервые, вручали специальные грамоты избирателя, чтобы они могли запомнить этот день. В первую очередь это очень волнительно, а во вторую это приятно, что ты можешь внести свой голос и изменить немного наш регион. Будущее нашего края, города зависит только от нас, и поэтому это очень важно. Вместе мы сила, и мне кажется, чем больше людей придет проголосовать сегодня, тем объективнее и адекватнее оценка будет. Всего в 8 утра в нашем регионе открылись 2174 избирательных участка. За ходом голосования в городах и районах края следят наши корреспонденты. В течение дня они также будут сообщать самую свежую информацию. И вот прямо сейчас о том, как голосуют жители Канска и Лесосибирска. В Канске сегодня в единый день голосования проходят двойные выборы. Здесь жители выбирают не только будущего губернатора Красноярского края, но и одного из депутатов Канского городского совета. Он будет представлять интересы жителей 13-го избирательного округа. Здесь мы сейчас и находимся. Традиционно здесь голосуют с самого утра, приходят семьями, перед тем, как отправиться на картошку, ну и по другим воскресным делам. Каждый человек должен сделать свой выбор. Это обязательно. Это вот долг каждого гражданина, я так думаю. Мне 60 лет исполнилось, 65 прошел. Я постоянно хожу на выборы. Это нужно для каждого человека. В Лесосибирске 31 избирательный участок встречает тех, кто пришел на выборы губернатора Красноярского края. Как и положено, работа началась в 8 часов утра. Всего, по данным членов избирательной комиссии, в Лесосибирске право голоса имеют более 49 тысяч жителей. Многие отложили все свои утренние воскресные дела и первым делом пришли для того, чтобы сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов. Еду по пути на дачу, ну, заехал. Ну как же, это же ведь наша власть, как говорится, все-таки. Нужно, чтобы делали для края все. Это самое. Проголосовал за того человека, которого, ну, уважаю, знаю. Ни в коем случае не могу такие мероприятия пропускать, потому что, ну, все-таки судьба края и города нашего тоже, я считаю, зависит от нашего выбора, поэтому пришли все вместе. На каждом избирательном участке в усиленном режиме работают сотрудники правоохранительных органов, и все избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения. В 10 часов утра проголосовал сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Александр Ус. Свой голос он отдал не только за будущего главу региона, но и за депутатов городского совета Красноярска. На свой избирательный участок он пришел вместе с супругой. Именно здесь, во втором лицее, на улице Урицкого, Александр Ус голосует уже много лет. Он рассказал журналистам, что, несмотря на важность этого дня, не испытывает волнения и планирует следить за ходом голосования. Каждое голосование, естественно, важно, независимо от того, касается либо это сельского совета, либо касается оно края в целом. Что касается выборов губернатора, то, естественно, это очень значимое событие, и от количества проголосовавших, от поддержки будущего победителя зависит его политический потенциал, а значит и его возможности работать в интересах всех жителей. Одними из первых сегодня проголосовали глава Красноярска Сергей Еремин и депутат Государственной Думы Петр Пимашков. На участок они подошли практически к самому началу работы избирательной комиссии. Сергей Еремин пришел с дочерьми и супругой. Он рассказал, что для их семьи ходить на выборы всем вместе – это уже добрая традиция. А Петр Пимашков отметил, что каждый должен исполнить сегодня свой гражданский долг, ведь от этого во многом зависит дальнейшее развитие Красноярска и всего края.
Еще раз хотел обратиться к красноярцам. Надо прийти на избирательные участки, прийти и проголосовать, выразить свое мнение, свои отношения. Потому что все зависит в конечном итоге от нас. Мы уже несколько раз ходили с ребятишками на голосование. Они достаточно хорошо к этому относятся. Наоборот, даже проявляют интерес. Я думаю, правильно, потому что даже где-то на подсознательном уровне надо у наших жителей, у ребятишек в том числе воспитывать вот это чувство. Потому что многие говорят, что относятся безразлично к системе выборов. Но так устроено государство. Мы с вами формируем наше будущее. Мы формируем повестку. Еще до полудня посетил свой избирательный участок и первый заместитель председателя законодательного собрания края Алексей Клешко. День выборов для него всегда особенный, признался депутат. За более чем 20 лет он ни разу не пренебрег этой обязанностью гражданина Российской Федерации. Алексей Клешко рассказал, что еще студентом и сам работал на избирательном участке, поэтому не понаслышке знает, какая нагрузка у членов участковых комиссий. Но, конечно, в первую очередь, это все-таки гражданский долг, потому что все-таки мы сами формируем власть, мы формируем нашу власть для нашего края, для города Красноярска. Поэтому, конечно, очень важно каждому сделать свой выбор. Какой он будет, это дело людей, но принять участие в выборах, это, конечно, гражданский долг. Ну, а свой гражданский долг исполнил глава Совета ветеранов края, депутат законодательного собрания Анатолий Самков. Он рассказал, что всю жизнь голосовал в самый первый час работы участков, но сегодня немного задержался, возвращаясь в Красноярск. По словам Анатолия Петровича, его супруга также уже сделала свой выбор. В ближайшее время их примеру последуют сыновья и невестки. Это часть семейной традиции. Это важнейшее конституционное право каждого гражданина России. И если говорить, я не первый десяток лет живу на этом свете, я никогда не пропускал ни одни выборы. Это право, знаете, не кухонных пересудов, а нравится мне власть, не нравится мне власть, а приди, отдай свой голос. На одном из участков проголосовал и почетный гражданин Красноярского края, заслуженный тренер и президент Краевой федерации вольной борьбы Дмитрий Мендиашвили. Он отметил, что всегда ходит на выборы точно так же, как и его близкие ученики, и считает, что выразить гражданскую позицию – долг каждого человека. На это дано право нам всем, чтобы рассуждать, что нужно, что не нужно. Кого выбирать, кому доверяем, кому не доверяем. Поэтому это необходимо. Так что я не понимаю тех людей, которые думают, да вот я пойду и не пойду. А как же, ты живешь, дышишь, пользуешься всеми благами. Итак, по самым свежим данным из Крайсберкома, на 10 утра в крае проголосовали 3,8% избирателей. Об этом на промежуточной пресс-конференции рассказал председатель Краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин. Самая высокая явка в регионе зафиксирована в Северо-Енисейском районе. Там к 10 утра на участках побывали 23% зарегистрированных избирателей. На втором месте зато Солнечный в Ижурском районе. Там проголосовали 18%. В Байките 14%. В самом Красноярске, повторюсь, на 10 часов утра явка составила около 2%. Это примерно 14 тысяч человек. По словам Алексея Подушкина, с начала работы избирательных комиссий нарушений пока не зарегистрировано. По нарушениям на выборах губернатора Красноярского края у нас в настоящее время практически ничего. Значит, жалобы в отношении муниципальной комиссии, в отношении действий кандидатов, это... Они направляются в муниципальную избирательную комиссию города Красноярска, рассматриваются ими, и, соответственно, если поступают на кандидатов от кандидатов, органы местного самоуправления, мы тоже направляем туда. Поэтому по выборам губернатора и выборам законодательного собрания, депутатов законодательного собрания Красноярского края в настоящее время жалобы отсутствуют. Есть обращение там общего плана с точки зрения там разъяснения законодательства. Мы, конечно, продолжаем следить за ходом голосования в крае и сейчас переходим к другим темам. На Красной площади в Красноярске в эти минуты проходит большой спортивный праздник. Здесь представители футбольного клуба «Енисей» разыгрывают билеты на свой первый по-настоящему домашний матч, который пройдет на отремонтированном центральном стадионе. За тем, что происходит сейчас, следит наша съемочная группа. На связи со студией Дина Володина. Дина, добрый день. Расскажите, сколько человек уже стали обладателями таких счастливых билетов и вообще каким способом можно получить бесплатный пригласительный?
Ксения, добрый день. Да, действительно, здесь на Красной площади большой спортивный марафон. Несколько сотен юных спортсменов и тех, кто только планирует заняться каким-либо видом спорта. Здесь несколько локаций. Каждая детская и юношеская школа представляет, демонстрирует что-то свое. Но, конечно же, самое главное событие сегодняшнего спортивного праздника – это розыгрыш билетов на первый матч игры нашего футбольного Енисея. Подробнее об этом событии мне расскажет Станислав Меркес, пресс-атташе нашей футбольной команды. Станислав, ну расскажите, легко ли получить билет? Здравствуйте. Все мы знаем, что Енисей вышел впервые в своей истории в российскую премьер-лигу, но по причине того, что центральный стадион находится на реконструкции, первые домашние матчи проходили в Тюмени. Но близится тот исторический день, когда премьер-лига уже придет своими ногами в Красноярск, когда наш город увидит матчи российской премьер-лиги. Поэтому сегодня здесь, на празднике спортивный марафон, мы разыгрываем 100 билетов, а точнее 50 сертификатов на 2 билета каждый. Итого получается 100 билетов. Вот. Получить их совсем несложно. Нужно взять купон, заполнить фамилию, имя, отчество, телефон оставить и сбросить их в барабан. И каждые 30-40 минут у нас проходит розыгрыш, и мы победителей определяем. То есть все предельно просто. Я видела, вы разыгрываете еще и футболки, еще там целая интересная история за нашей спиной. Что там? Да, безусловно, одними билетами, точнее сертификатами на их получение у нас локация не ограничивается. Мы разыгрываем атрибутику футбольного клуба, если в том числе игровые футболки наших игроков. Также у нас проходит фотозона, где каждый желающий может сфотографироваться с кубком, который вручили футбольному клубу «Енисей» в прошлом сезоне, за бронзу футбольной национальной лиги в историческом сезоне, когда наша команда вышла в премьер-лигу. Спасибо большое, Станислав. А, Ксения, я хочу сказать, этот спортивный праздник до 4 часов продлится, так что добро пожаловать. Дина, я вообще вам предлагаю тоже поучаствовать в этом розыгрыше. Напишите свою фамилию, вдруг и вам повезет. Ну а к этой минуте у нас все сообщения. Напомню, что сегодня мы весь день работаем в прямом эфире. Каждые 2 часа мы рассказываем оперативную информацию о ходе голосования. Вот следующий выпуск будет в 16:30 и затем в 18:30. В 20:30 стартует итоговая программа. Почти 3 часа в режиме нон-стоп мы будем обсуждать промежуточные итоги выборов с политиками и экспертами. Телефон редакции новостей 236-0136, адрес в интернете www.enisey.tv. Я не прощаюсь, увидимся в 16:30.